говорите, что они не такие, как сейчас, они могут быть другими. И как правильно воспитывать, и посмотришь, и отдохнешь сама. То есть и дети у тебя под присмотром, ты, то есть, их видишь. И одновременно отдыхаешь как бы от них, и одновременно учишься, смотришь. Ну, в общем, все очень полезно. Вот. Как это можно осуществить? Вам созваниваться им с вами? То есть, ну, по скайпу? Я должен с ней переговорить, чтобы она вышла по скайпу. Вы уже ее патронируете. Мы скажем, какая цена будет. У нас нынче в домах будут, не в лагере. Лагерь-то закрытый. Мы перешли в иной формат. И поэтому написать надо заявление, что она согласна с воспитанием, и чтобы обязательно сама была, сама привезла. Да. И строгие правила какие, она совсем должна согласиться. Тем более вы это все видели. И скажи, там долго разговаривать не будут. Если вы не будете подчиняться, вас просто оттуда вывезут и все. Чтобы никаких противоречий не было. Нам некогда этим заниматься. А заниматься ей и детьми это можно. Тем более у нас вся обстановка содействует. Все православные. Храм такой. Ты в храме был, видел? Нет, не был в храме. А, в храме ты не успел быть просто. Да. Командировка твоя быстро закончилась, и поэтому... Ну вот, что сказать-то? Ну, я напишу тогда, когда с ней договоримся. Сумеет она сама доехать-то? Ее надо, чтобы кто-то там профинансировал? Да. Ну, если... Ну, так как она хотела поехать отдыхать, у нее какие-то средства есть, но она еще хочет еще куда-то будет съездить. Никуда, только к нам и потом домой. Это на 2 дня такую дорогу. Зачем волочиться сюда? Чтобы она никуда не поехала. Нет. Если да, же все, тем более в июле, тут ягоды, будем ходить на поле, тут под молоко покупать, тут вообще здоровье столько. Скажи, экологически чистый район. Ни скорпионов нету, ни акулы не плавают, у нас ничего этого нету, ни тигры не бегают, ни цунами нет, ни землетрясения, ничего нету. Это удивительный район, тишина полная. Ну это, надо с ней поговорить, вернее, ей с вами поговорить. Вот с ней поговори, сначала сам переговори. Скажи, строгие правила вам скинуты, чтобы она была согласна. А не так, что за Арташем... Она... Да. Ну, как бы я ей вот рассказываю, да, что вот строгие правила, но они как... Ну, тоже я объясняю, что они, как правило, не применяются, в основном стараются все любовью. В общем, вот это все говорю. Хотя, говорю, нужно будет подписать, да, что ты, вы согласны на строгие там вот эти... Да, конечно. Там наказания. Да, что значит любовью? Это не подводствование. Да. Любовью. Да. Да, я все рассказываю, да. То есть сами себя наказывают, можно сказать, воспитатели. Да, ну вот так вот объясняю. Да, но подписаться все равно нужно будет. Да. Вот, то есть нужно будет как-то переговорить, поговорить, да. Да, вот с 4 ночи и до 4 дня по московскому времени. Пускай она зайдет на скайп, выведи ее, и мы договоримся внизу написать сначала, свободен я или нет. И тогда мы с ней переговорим. Хорошо. Ну все, пока. Других вопросов нету? Ну, вопрос вот, до какого числа это лучше сделать, до какого дня? Да вот сейчас уже, с мая месяца можем уже говорить об этом. Угу. 10 июня у нас будет заезд. 10 июня уже, чтобы они въехали сюда. Но не раньше. Понятно. Ну вот, она, так как вот у нее двое мальчишек, но они пытаются... Конечно, а о цене им будет тоже важный вопрос. Для них это важный будет вопрос. Все. Отдельно где-то, может быть, отдельно они с ней будут. Тут посмотрим на месте. С собой что взять необходимо будет. 2 простыни на каждого и наволочка. Да. А одеяло, остальное мы все здесь у нас есть. Потому что какая будет цена за это, потому что мы покупаем молочное, мы все покупаем. Хлеб. Вот так. Так что, да, если договоримся, там уже старайся, чтобы ошибки в ней не было. Как доехать? Мы все телефоны скинем. Как от Барнаула доехать? В какое время? Ну все, пока. С Богом.
Да, ну по поводу молочного вот как раз и тоже им говорил, а они говорят, ну у нас молочное свое есть, то есть они как бы рассчитывают, ну я им сказал, что здесь на время поста, вот к вам, а потом уже как бы на молочное. Вот я поэтому говорил, что после вас они поедут, то есть после пост, уже поста они поедут еще куда-то, в какой-то монастырь, Так а здесь вот рядом. насколько она думает ехать-то к нам-то? Насколько? На месяц, Ну, на то есть на месяц это месяц, дело вот на другое. А пост. меньше нам это невыгодно даже. Да, Туда-сюда, на пост, то отвезите. есть на месяц. Ну все, пока, давай, до свидания. Ага, отхожу. Ну все.